Здравствуйте! Сегодня мы, как и обещали, сделаем разборку газовой колонки Балтгаз Комфорт 11. Вот и она. Поехали! Итак, что же к нам приехало? Ее комплектация: паспорт, ручки управления и крепежные элементы, и сама колонка. Сейчас мы разберем основные элементы управления данной колонки, к которым относится ручка управления протоком воды, давление газа и информационный дисплей, на котором отображается температура воды и заряд батареи, от которой она питается. Управление данной колонкой по сравнению со всеми современными аналогами ничуть не изменилось. А теперь мы снимем с нее лицевую панель. Для этого мы открутим два шурупа в нижней части. После этого сдернем ручки. Открутим этот шуруп. Вот этот винт. Отсоединим клеммы, которые у нас подключены к дисплею, от блока и от датчика температуры. И после этого легко снимаем крышку. Основные ее элементы — это газовый и водяной узел, горелки, свечи розжига ионизации, теплообменник и стабилизатор тяги. А сейчас мы рассмотрим теплообменник. Для того, чтобы его снять, мы открутим эти два шурупа, которые держат крепежную рамку. А также накидные гайки на входе холодной воды и выходе горячей. Также снимем контакты с датчика тяги. Хочу заметить, что очень неплохие теплообменники производит Балтийская газовая компания. А теперь рассмотрим новый водяной узел компании Балтгаз. Все-таки, как я уже говорил в предыдущем видео, у него есть недостатки. И самый главный недостаток — это отсутствие предохранительно-сбросного клапана, он же сливной штуцер. Газовый узел — производство города Армавир, а электронный блок остался китайским, хотя обещали полное импортозамещение. Вывод. Это достойный фаворит в линейке новых колонок, который подтверждает, что у Балтийской газовой компании есть еще порох в пороховницах. И не забываем про наш конкурс.
для участия в котором от вас требуется подписаться на наш канал и группу ВКонтакте и оставить комментарий под видео, ссылку на которое вы найдете в описании. Ну и на этом все. Всем спасибо. До свидания.